Экорус, ПДС-1, это пневматический... Спасибо, сын. Это пневмодомкрат спасательный. Я очень люблю дорамы смотреть, корейские, китайские. Вот. И там зачастую есть моменты, где они используют такой домкрат, чтобы поднимать, например, приподнимать машину, если она там в автоаварию попала. Или даже, я видела, при землетрясении поднимали плиты. Мы приобрели, чтобы поднимать машину, если что-то с ней случится. К лесу крадут. У нас такое вот во дворе было у соседа. Либо, может быть, в люк она попадет, либо застрянет где-то. Вот. Но его можно также и как плавсредство использовать. Мне это больше нравится. Ну, я просто плавать не умею. Так, Экорус, пневмодомкрат, спасатель, руководство по применению, описание, характеристики, комплект, гарантия 12 месяцев. Инструкция по эксплуатации нового домкрата. Так, это... Дочь пришла. Так, это комплимент. Это какой-то парфюм. Это парфюм для автомобиля. Так, это перчаточки. Это хорошо. У меня маникюрчик всегда. Так. Так, это насадки, да? Насадки. Так, ладно, сейчас с этим разберемся. Так, это вот, судя по заплаткам, ремкомплект с клеем, видимо. Так, вот. Ага, вот подушечка. Угу. Застежечки. Тут, значит, есть вторая застежечка. Больше тут ничего нет? Застежечка. Ага, вот, да. Угу. Вот так они соединяются, видимо, да? Угу. Так, надув, как надуть? Так, эти штучки. Ага. Угу. Оп, присоединилась. Легко. Угу. Так, с этим понятно. И вот с этим тоже, да, это тоже видимо. Вот. Так. Или нет? Не